Здравствуйте, с вами любимая компания «Электромотор». В данном обзоре мы рассматриваем скважинный погружной насос для воды. Используется в колодцах, водоемах и других емкостях. Значит, здесь у нас представлена модель торговой марки «Хайтерм» SP05284X. Это 4-дюймовый погружной насос, который используется в скважинах от 125 мм. Здесь у нас расположена насосная часть, несколько рабочих колец, которые расположены друг над другом, работают по центробежной схеме, поднимают воду на высокую дальность. Значит, по вертикали подача насоса составляет у нас до 153 метров с производительностью до 5 кубов, максимальный напор. Здесь у нас идет отдельно электродвигатель, кабель у нас идет трехжильный обрезной, значит, у нас идет здесь два на подключение, один на заземление, даже он четырехжильный. Высокое качество, производство Италия, гарантия 2 года. Хочу также отметить, что преимущество на данной торговой марке – это низкая цена на рынке. Для того, чтобы заказать такой насос, обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефону 044-530-38.